Спасибо, музыка, за то, что ты меня не оставляешь, что ты лица не закрываешь, себя не прячешь ни за что. Спасибо, музыка, за то, что ты единственное чудо, что ты душа, а не причуда. Хоть для кого-то ты ничто. Спасибо, музыка, за то, чего и умным не подделать. За то спасибо, что никто не знает, что с тобой поделать. Спасибо, музыка, за то, что ты единственное чудо, что ты душа, а не причуда. Хоть для кого-то ты ничто. Спасибо, музыка, за то. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Организаторы этого концерта, я не боюсь слова необыкновенного концерта, да, приветствует вас сегодня. Да. Ну, поскольку мы немножко задержались, то придется говорить в раз быстрее. Вот. Значит, необыкновенный концерт, ну, на наш взгляд, необыкновенный он, ну, как минимум по двум причинам. Во-первых, потому что непонятно, что это за жанр. Вот, такой винегрет, букет, лучше сказать, номеров выступающих. Здесь будет и авторская песня, здесь будет и электронный паян, здесь будет и армянский дудук. Вот. Но, может быть, даже главное, и в этом, так сказать, его необычность какая-то сугубая, да, в том, что он с некой претензией, может быть, надеждой, назван концертом размышлений. Вот. Вот что это за жанр, с чем его едят, мы пытаемся, так сказать, разобраться и понять. Вот. А это, конечно, потребует от всех нас определенных усилий, потому что слышать, вот мы, наверное, знаем, что это, в общем-то, так сказать, не пассивное поведение, да, а вполне активная, осознанная реакция. Слышать – это всегда быть, да, это всегда присутствовать, это всегда проживать, пропускать через себя. Я понимаю, что это трудно, будний вечер, четверг, после тяжелого рабочего дня, хочется расслабиться, позволить себе, так сказать, немножко перезагрузить перед завтрашним пятничным рывком последним. Вот. Но тем не менее, вот, организаторы и музыканты призывают именно к такому активному несонному восприятию, хотя это тоже уже немножко будет трудно. Ул-Чингиз будет исполнять первые основные номера, где будут слова, где будут стихи, где будут песни, будут сжечь глаголом сердца людей. Вот. Не знаю, как, так сказать, насколько у него получится прожечь. Вот. Вспоминается одна замечательная женщина, Мария Скопцова, которая была казнена в нацистском концлагере. Она сказала: «Ну что вы говорите, жечь глаголом сердца людей? Там такой слой на сердце из-за неупорного кирпича, что просто не прожжешь». Ну вот сегодня, да, вот, мы попытаемся, так сказать, не давить, но вот как-то откликаться. А наша задача всем будет слушать, ну и моя в том числе, потому что большинство из этих номеров я тоже буду слышать и видеть впервые, как-то вот эти вот створки свои внеупорные своего сердца чуть-чуть, так сказать, приоткрыть, вот, раздвинуть, снять вот эту вот защиту, вот эти кулаки свои такие боксерские опустить. Вот, иногда просто кажется, что, особенно когда идешь после работы, да, что люди всегда находятся в такой немножко боксерской позе, да, вот, если так просканировать человека внутренним, вот такой, вот, готовый либо к защите, да, либо к агрессивному нападению. Вот давайте в этом смысле немножко опустим свои кулаки и будем слушать, и приоткроем свое сердце. Гениальная актриса Фаина Раневская, моя любимая актриса, да, кого? Вот, да, вот она, когда ее спросили, она отличалась непростым характером, она переходила из театра в театр.
когда ее спросили, почему вы это делаете, она сказала, я ищу святое искусство. Вот. И где же вы его нашли, спросили меня снова. Третьяковская галерея, сказала она. Вот. Мы здесь, в музее Маяковского, но я надеюсь, что мы здесь тоже встретим это самое святое, священное искусство, что мы к нему приобщимся, что здесь все-таки будет некая тайна, здесь будет некая мистерия, в которую мы погрузимся. Потому что святое – это, в общем-то, довольно просто. Да? Святое – это значит чистое, это значит выделенное из такого профанного, будничного, суетливого движения течения. Да? Вот. Поэтому мы здесь с вами на 2 часа застряли вот в неком таком выделенном из этой суетной жизни состоянии. Да? Вот. И попробуем вот в этой внутренней тишине, из этой внутренней, но насыщенной пустоты что-то понять для себя, что-то услышать. Потому что из тишины, кто попытался когда-то попробовать хотя бы несколько минут пробыть в тишине, знает, насколько это трудно. Как хочется сразу встать, как хочется сразу бежать, как сразу тревоги, беспокойство, вчерашний день, завтрашний день. Но самое главное, может быть, самое тяжелое, да, что из этой пустоты к тебе приходят какие-то сущностные, важные, экзистенциальные вопросы, которые, если только начнешь решать, только начнешь на них отвечать, то можно и не вернуться, можно измениться. Да. Как у Жванецкого, да, задумался, не откачали. Вот, поэтому вот, все-таки рискнем сегодня провести вот такой эксперимент. Войдем в этот зал одним, а выйдем из него другим. Зеленый дом, лес шелестел листвой, и каждый лист был свежий, чист от влаги дождевой. Где же этот летний сном? Лесная глушь мертва, и снова май придет в наш край, и зашумит листва. Себя я не стряхну. Тяжелый след прошедших лет, печали седину. Под старость краток день, а ночь без сна длинна. И дважды в год к нам не придет счастливая весна. Зеленый дом, лес шелестел листвой, и каждый лист был свежий, чист от влаги дождевой. Где ж этот летний зной? Лесная глушь мертва, но снова май придет в наш край и зашумит листва. Вечер со мной Роман Бубнов, контрабас.